Комфорт КТ-633-1. Электрический чайник с винтажным термометром. В комплекте с этим чайником идет подставка, инструкция и гарантийный талон. Емкость чайника средняя, 1 литр 700 мл. Мерная шкала находится на корпусе сбоку, за ручкой. Корпус сделан из металла и пластика. Ручка ребристая, чтобы удобно было держать чайник. Перед ней расположена кнопка включения с индикацией. Механизм открывания крышки расположен на ручке. Носик у этой модели необычной формы, круглый и широкий. Внутри есть фильтр-сеточка, который легко снимается. Подставка пластиковая, с прорезиненными ножками и отсеком для хранения шнура. Еще одна любопытная особенность чайника – встроенный винтажный термометр на корпусе. Он показывает температуру нагрева воды. Вы можете остановить чайник на температуре 80 градусов, чтобы заварить зеленый чай или довести воду до кипения. Чайник автоматически выключается, когда закипит. В нем предусмотрена защита от включения без воды, чтобы устройство не перегорело. Такой чайник Китфорд пригодится дома, в небольшом офисе или на даче. Отлично впишется в интерьер в стиле кантри. Не только вскипятит воду, но и подогреет до нужной температуры.